Моряки подводного флота России отмечают профессиональный праздник. Официальная дата его создания считается 19 марта 1906 года, когда указом Николая II субмарины были выделены в отдельный класс боевых кораблей. Основа современных подводных сил ВМФ России – атомные стратегические многоцелевые подводные лодки, вооруженные крылатыми и баллистическими ракетами морского базирования. Сегодня субмарины различных классов по-прежнему играют огромную роль в обеспечении национальной безопасности страны. Наличие современного подводного флота позволяет России оставаться в числе крупнейших держав. В день моряка-подводника в главных пунктах базирования флотов проводятся торжественные мероприятия. Исполняющий обязанности председателя Мурманской областной думы Михаил Ильиных поздравил моряков с праздником. Я поздравляю всех с профессиональным праздником. Всех, кто находится на берегу, имеет возможность сегодня в кругу семьи, с друзьями и близкими отпраздновать этот замечательный праздник. И всех тех, кто находится сейчас на боевой службе, выполняя боевые задачи. С праздником вас, дорогие друзья! Здоровья вам, благополучия! Благополучия вам, вашим семьям, родным и близким. Ну и как подводник, подводникам. Чтобы ваше количество погружений равнялось количеству всплытий. Спасибо.